И с вами Илона. И Вика. Так. Это первое наше видео совместное. И хочу сказать то, что это будет про меня. И про нее. Да, про меня тоже. Она моя родственница. Да, меня, конечно. Да. Там, моего дворного брата, жены, там, короче, дальняя родственница. Мы считаемся и родственницами, и подружами. Лучшими, почти. Да. Вот. И хочу сказать то, что у меня очень большая семья. Я живу с мамой и папой. Напротив у меня живет сестра, ее муж, ее дочь и еще будущая дочка. А я живу одна с папой, мама у меня больше нет, она в Азии, ну так получилось. Да. Ну, хочу сказать то, что мне 12 лет. Мне будет, мне сейчас 11, будет 12, 3 августа. Да, а мне 19 февраля будет 13. И белые кончики волос. Да. Не такая. Я собирала синие и виолетовые волосы, так, ну, не знаю, как получится, так получится. Пока. Да, да. Моя мечта это вырасти большой, стать стилистом, фотографом, бухгалтером и не юристом. А я думала, что так. Вот. Ну, да. Она зубным врачом ужасно хочет стать. Я боюсь их. Нечего там бояться даже. Да. Ну, вот. Это первое видео. Я люблю танцевать, бегать, петь, играть. Короче, отдыхать с друзьями. Нормально. А я люблю то, что как мне испытывает настроение, то я и делаю. Грустно слушаю музыку. Весело слушаю музыку, как сказать, ну, бегаю, играю, там веселюсь, короче. Я тоже. Музыка — это моя вторая я. Я тоже. Я ее обожаю. Лучше, чем кроме музыки, ничего нету. Это точно. Ну да, теперь вы и я. Да. И хочу сказать то, что в комментариях пишите вопрос, о чем нам можно видео делать. Да. И на что нам ответить видео. Вот так. Ну, прошу теперь про себя. Первое, да. Скажешь про себя, Илона. Я училась в Аглоне. Аглона Сидышко. Она недалеко от меня, потому что я живу в Прежмало. И я буду учиться в Прежмало с самой школы. Да. А я училась, я уже была, теперь тоже буду учиться в прежнем самой школе. Да. И живу я тоже в прежнем. Да. Тут недалеко от нее. Да. Что-то складочка вниз. Да. Ну, вот. Что рассказать, даже не знаю, что. Да. У меня большая семья, у меня... Я у мамы в семье, седьмая дочь. Ну, не дочь, ребенок седьмой, короче. А у папы я второй ребенок. Да, самый младший из всех. Больше! Ну, а что я про себя могу рассказать? Ну, у нас маленькая семья, это, конечно, повезло, что мы все, ну, которые есть две сестры, они не так набили, до горла просто. Ну, да, кстати, когда моя мама уехала, у меня есть две дочки. И их зовут Эбни и Карла. Один мой друг так и говорит, как? Либо не Карла? Да, это очень смешно. Да. Но если... А, хочу сказать то, что я очень люблю юмор. Я люблю анекдоты, люблю смеяться. Это обожаю, это я всегда делаю. Будешь красивее, если будешь больше смеяться и улыбаться. Ну, это конечно. Улыбка подходит всем. Не всем. Это ты. Монстром. Да. Ну, да. Ну, мне примерно нравится очень летом купаться. Это самое любимое. Да. Я тоже обожаю. Кроме купаться, спать, телевизор. И телефон. Вкусняшек, телефон, планшет. Ничего лучше нету. Да. Озеро. Я, мой любимый цвет это черный, розовый, белый. Ну, красный. Самый любимый цвет мой – это черный. А мне салатовый, и сейчас мне начало нравиться больше виолетовый. Больше мне никаких красок, симпатий нету. Да. Ну, вот так. У меня большая квартира, у меня есть своя комната.
Я сейчас снимаю видео в гостиной, потому что у меня тут зарядка, ну, тут все стоит. И хочу сказать то, что у меня семья, конечно, не очень богатая, но хочу сказать то, что я буду ждать от вас лайков и подписывания. Только подписывайтесь, и все. Это самое главное. Да, и лайков больше ставьте. Пока! С вами была Вика и Илона! Ура! До встречи!